Икрызда овалдаустык. Разина и Гузель Вильданова в браке 52 года. Познакомились в школе, где учились вместе. По вечерам, как и вся молодежь, ходили на танцы, гуляли под ручку. Даже когда перед зрителями они рассказывали свои семейные истории, чувствовалась любовь и уважение друг к другу. Предложение уже после службы в армии. Я уже работал директором школы. Так вот, время подошло. Время подошло, предложение сделал. Она сразу все, наверное, согласилась. У Губайдулиных свои секреты счастья. Как рассказывает Гузалия Ханум, они с супругом воспитали двоих сыновей, всю жизнь активно участвовали в социальной жизни района. Даже сегодня глава семьи Нургали профессионально занимается спортом. Она участвует в сборе и подготовке гуманитарной помощи солдатам СВО. Секрет счастья состоит в том, что семейного счастья нужно друг другу уступать, друг друга любить, друг другу взаимопонимание должно быть друг другу и помогать во всех делах вместе, всю работу выполнять все вместе. Тогда и будет счастье в семье. В рамках года семьи в Мамадышском районе еженедельно проходят мероприятия с участием образцовых семей. Вот и районная центральная библиотека планирует организовывать такие встречи регулярно. Каждый месяц у себя в библиотеке мы организуем такие мероприятия, встречи с заслуженными, известными семьями, которые уже народ, мамадышский народ уважает, и они, которые уже себя показали, чтобы могли нам раскрыть семейное счастье, в чем это заключается. Сегодня они нам рассказали именно вот это самое главное – терпимость. Когда всякие в семье бывают, случается всякое, вот каждая семья это повторяла, надо терпеть все-таки. Вот они, наверное, скорее всего, самые терпеливые и дожили до этого дня, сохранили свою семью и показали нам, что они такие достойные. Не только для участников, но и школьникам эта встреча запомнится надолго. Здесь они услышали ответы на интересующиеся вопросы и узнали главные секреты семейного счастья, которое непременно ждет их в будущем. Ланж Бабанян, Алмаз Камалев, Лилия Шаймарданова. Новости Татарстана.